Первая игра муниципального этапа КС «Баскет» состоялась на этой неделе в стенах школы номер 5. Игру открыли команды лицея номер 3 и гимназия номер 1. Аура не детская, но спортивная и здоровая конкуренция между баскетболистами ощущалась буквально с первого сигнала судьи. Стать победителем хотел каждый, но одного желания в баскетболе недостаточно. Важна сыгранность команды и спортивная подготовка юных баскетболистов. К слову, добраться до муниципального турнира смогли далеко не все желающие. У нас проходит внутришкольный этап, конкретно в рамках общеобразовательной организации. То есть мы выявляем среди всех классов, кто может войти в состав сборной команды школы. Мы укомплектовали команду школы, собрали лучших из лучших и отправляем на муниципальный этап. То есть на данный момент, сейчас на муниципальном этапе, находятся те ребята, которые лучше себя проявили в этом виде спорта на уровне школы. Далее, значит, у нас, как бы, мы выявляем победителя на муниципальном этапе и отправляем на региональный этап. Поэтому пока что мы не можем сделать какие-то определенные ставки, кто у нас фаворит на этом турнире, потому что ребята все огромные молодцы, все хотят продемонстрировать свои лучшие качества, добиться первого результата. Поэтому поживем, увидим и посмотрим, кто наш город представит на региональном этапе. Пока что это второй день. Наставники и тренеры команд в перерывах между игрой пытались всячески мотивировать игроков и давать советы. Со стороны виднее, однако юные, но уже уверенные в себе школьники все же проявляли себя на баскетбольном поле на свое усмотрение. Весь этот азарт и интерес к спорту и игре является главной целью самого проекта «КС Баскет». Именно искренняя заинтересованность подростков к здоровому времяпрепровождению помогает не только оградить ребят от вредного влияния извне, но и дарит возможность в последующем связать себя с большим спортом в карьерном плане. Очень уникальный проект, и он уникален тем, что он действительно позволяет отобрать детей вот именно из массового спорта, вычленить в спорт высших достижений. Потому что ребята, действительно, те, которые участвовали в КС «Баскет», они потом получают спортивные разряды. И вот на моей практике яркий пример такой команды – это команда из Десногорска, которая дошла до суперфинала, и они там завоевали 4-е место, тем самым ребятам присвоили кандидат мастера спорта. Поэтому уникальный проект, который позволяет ребятам реализовать себя, свой потенциал. Потом их замечают другие команды, приглашают поучаствовать в других командах, поиграть за эти команды. Плюс ко всему прочему, это огромный, наверное, плюс для их личной копилки, когда они учатся в университете. То есть они априори автоматически попадают в сборную университета команды. Поэтому проект, который позволяет не только быть здесь и сейчас, и развиваться именно сейчас, как спортсмен и вообще как человек, который любит физическую культуру и спорт, но и в частности позволяет показать себя как хорошего баскетболиста уже на других уровнях. Сами игроки отмечают, что данный проект дарит им то, чего так часто не хватает молодым людям. Я уже второй год занимаюсь баскетболом, и это очень прикольно, что устраивают для нас такие соревнования. Это дает возможности проявить себя, показать на более высоком уровне. Баскетбольный турнир будет проходить на протяжении нескольких недель среди команд как мальчиков, так и девочек. И завершится традиционно определением лучшей команды, которая впоследствии отправится на следующий, уже региональный этап.